песня, извините за тавтологию снова. Эта песня называется «Не Иерусалим ли это?». Там есть история этой песни такова, что некий путник на протяжении 3 куплетов путешествует по земле и, приходя в очередной населенный пункт, спрашивает, не Иерусалим ли это. Песня очень красивая и трогательная, все ее любят. Вот я сочинил песню к юбилею этой песни, поскольку он когда-нибудь настанет, наверняка. Заповедная тишина, там молодые безмолвные беседы.